Всем привет! Сегодня у нас небольшой обзор на пэды, которые нам любезно предоставил магазин «Музыкант». В конце этого ролика тебя ждут приятные бонусы. Погнали! Так что же такое пэд? Это своего рода имитация барабана, позволяющая тебе заниматься, например, дома. Чаще всего пэд состоит из деревянного или пластикового основания и ударной поверхности, выполнены из резины или силикона разной жесткости. В основном они бывают или круглые, или ромбовидные. Посмотрим, что у нас сегодня есть. Смотри. Это 12-дюймовый двухсторонний пэд питерской компании Синкопа. Данный бренд родом из Санкт-Петербурга. С 2005 года они производят данные пэды, которые пользуются большой популярностью среди всех барабанщиков в России. Материал основы МДФ диаметром 28 см и толщиной 16 мм. Ударная часть выполнена из вакуумной резины. Толщина верхней стороны составляет 4 мм. Имеет более пористую текстуру, за счет чего менее жесткий отскок. А нижняя сторона наоборот, она тоньше, громче, плотнее и толщиной 1,5 мм. Следующий, кого мы разберем, это так называемый Cookie Pad, который стал настоящим хитом от компании Чужбинов Drums. Помимо реалистичного отскока, основной фишкой этого пэда является его бесшумность, что позволяет тебе заниматься даже ночью, не тревожа близких и соседей. Ножки на обратной стороне пэда позволяют устанавливать его на любую ровную поверхность. Диаметр пэда 6 дюймов. Маленький, легкий, удобный пэд, всегда можно брать с собой. Следующий пэд, который мы разберем, это пэд компании Fleet, которая производит в основном барабанные палочки в Китае. Диаметр пэда 6 дюймов. На задней стороне имеет резьбу, чтобы накрутить его на стойку. Оранжевая часть пэда съемная. Сам пэд достаточно жесткий и громкий. И последний участник нашего сегодняшнего обзора – это пэды компании МДС. На мой сугубо личный взгляд, это лучшие пэды для занятий. Размер пэда, как и у прошлых, тоже 6 дюймов. Основа изготовлена из плотного МДФ и покрыта долговечной эмалью. Ударная поверхность – это высококачественный силикон. Нескользящая резина на нижней стороне эффектно гасит ударные вибрации и позволяет расположить пэд на любой поверхности. В процессе занятий пэд не скользит, не шумит и не скачет. Также покрытие Soft Touch избавит от налипания пыли и мусора. У пэда очень низкий уровень шума, схожий с Cookie Pad'ом. От себя хочу заметить, что мне очень нравится внешний вид и стиль, в котором фирма выпускает свои пэды. Например, специальные модели, которые можно закрепить на коленке. Конечно, сейчас существует огромное количество различных фирм и производителей пэдов, поэтому тебе выбирать сугубо на свой вкус и цвет. В результате могу сказать следующее. Мне понравились все пэды, но если ставить вопрос, какой бы из них я купил бы себе, я бы выбирал между компанией Чужбинов Drums, он же Cookie Pad, и пэды компании МДС. А теперь к приятному. Благодаря вот этому промокоду ты сможешь купить вот эти вот пэды в магазине «Музыкант» с 15% скидкой. Надеюсь, это видео было для тебя полезным. Оставляй свои комментарии, покупай нужный пэд и занимайся. Много занимайся. Адьос!